Всем привет, ребят! Ну что, продолжаем сегодня собирать недостающую одну имбу на этом аккаунте. Это Кровавая Мэри. Так вот, 1440 у нас получилось. И сейчас попробуем потратить, посмотрим, сколько осколков у нас получится. Если что, потом еще добьем. Поехали. Не знаю. Вчера я 92 осколка за 1500 пыли собрал. Посмотрим, какие шансы. Ну, по сути, это еще плюс минимум 60 осколков. Это как минимум. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, иванты. Еще 440. Это просто жесть. На немке я показывал, там просто копейки можно. Понеслась. Одни расходники. Дуэлянт. Еще один дуэлянт. Сумка. Дуэлянт. Это просто жесть. Два осколка. Короче, полный трэш. Томец новый. Да. В общем, надо 4-5 тысяч пыльцы. Еще два осколка. То есть она падает только в основном. Нахрена? Вот нахрена мне столько дуэлянтов IGG? Просто пипец какой-то. Ни одного осколка мы не словили еще с обычной попытки. То есть, как видите, падает, ну, практически все, куча разных. Вот дуэлян, 2, 10, вау, плюс один осколок. Итого, ребят, 103, только 103 осколка, и мы потратили уже, считайте, 2000 пыльцы. То есть, по сути, нам надо будет еще 1000 пыльцы, чтобы дособирать. Все, уже перелимит данного героя. То есть, получается 4500 в таком раскладе. Ну, конечно, если не повезет и нам не упадет опять там пару раз по 5. Это, как обычно... Видите, 2. Она просто с обычных попыток не падает. Я уже представляю, сколько будет следующие герои, которые будут выходить. Опять же, в парящем острове. Просто тупо не падает. Только чисто за этот. Я офигею. Сто пятнадцать. Это пиздец какой-то. Так, опять у нас фуловый рюкзак. То есть, по сути, мы соберем потолок 160, 150. Это максимум. Посмотрите, если на немке, блин, падает по 20 осколков и побольше, то здесь это печаль. То же самое на русском, на других серваках. Жесть. Один, ребят, один всего лишь осколок мы словили с обычной попытки. Вчера хоть падало 5 осколков, сегодня просто... Просто тупо они решили, посмотрите, блядь, что это за хрень? Это просто бред. Ну,
Куча разных сумок, куча всякой срани. Вот посмотрите, сколько сумок. Нафига мне столько дуэлянтов? Вот. И они хотят сказать, здесь рандомчик. Какой нахрен рандомчик? Где этот рандомчик? Посмотрите, как падают. Просто тупо шансы выбить этого героя равны... Не знаю. Не знаю чему. Трэш. Только с этого падает. Сто тридцать три. О, ничего себе, два осколка мы словили. Обалдеть. Ребят, три осколка. Это просто жесть. Три осколка всего лишь. С обычных попыток. Да, и GG, браво. Вчера хоть немножко падали они. Сто сорок один, ну будет где-то 150. То есть по сути нам на 50 осколков надо будет 25 попыток. 50, 1250, пыльцы, 1200, 1000, где-то так. Просто трэш. Зато расходников, блядь, которые, по сути, нафиг не нужны. А, так, поехали. О, еще один. Четыре, ребят. Четыре осколка. Зато дуэлянтов. Жопой не жуй. Да. Еще один, нифига себе, нифига себе, посмотрите, как нам подфартило. 157, 159, 160 осколков. Да. В общем, вот так вот. Мы вчера собрали 90, но сегодня похуже даже падает, чем вчера. 163. Получается, вчера 90. 90 мы собрали, да? Сегодня мы 90 не собрали. 6. Так, итого сколько у нас получилось? Где там эта хрень? 165. Осталось 35 осколков. 35 по 2, считайте, 16, 17. Ну, берем 17. 17 раз надо до 10 дойти. Это 50, 50, 850 пыльцы надо еще как минимум, чтобы зафармить окончательно этого героя. Ну, с такими шансами, как сейчас. Того получается около 4000, да, где-то так. В общем, делайте выводы, стоит ли это того или нет. Пишите комменты, как обычно, ставьте лайки и ждите новых видосиков. Давайте, кстати, с вами плюшки пооткрываем.
У нас там куча новых плюх. 17. Вот так вот. Ну, поехали, хоть скин на скитальца получу. Ничего себе, мешков мы нафармили тут. Нормас, нормас. Да. IGG, как обычно, удивляют. Так, что у меня тут по супер питомцам, кого качать? Будем сову качать, у меня она топовая. Так, надо для нее дофига всего. Ну, хоть есть плюс. Давайте качнем на максималку. Так, байт готов. Так, с бетом мы разобрались, что я еще хотел. А, поехали еще. Потратим сейчас. Совушку половим. Надо ее апнуть по лавелу нормально. Так, надо печенек. И надо печеньки. Да, все-таки эти итемы выгоднее, нежели 100 питомцев каждый раз терять. Так, 138. Но видите, уклонение улучшается плюс 300 практически за каждый ап. Очень нормальная тема. Потом сделаем супергероя, того же самого ворожая, которого хрен кто убьет. Но это не точно. Так, суперпэт. Так, надо нам теперь 22 левел, 4... 400 почти. Надо нам теперь... Блин, жесть. Такие статы, конечно, бешеные. Я в шоке. Атаки можно столько сделать. Теперь нам надо... половить немножко опять. Ну, шансы, как видите, довольно-таки хорошие. Ах, будь здоров. 149. Теперь надо еду ловить. Вот так вот. Ну и так постепенно надо будет мучиться с каждым питомцем. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.